Бархольмский гранит. В основном здесь породы гранитного типа, граниты. Реклама. Для туристов информация. Вот перед тем, как выйти к этому замку, здесь есть такое небольшое кафе, где народ может купить себе кофе, пиво. Вот даже стульчики для детей стоят. Летом народ может сидеть на улице, как сейчас вот сидят люди. И вот так это выглядит кафе, стульчики. Можно здесь купить что-то, перекусить. При входе в музей лежит вот такой вот здесь экспонат. Thank you.